будет говорить всякую размазню. Наверное, потому что они без тяжести. Потому что они добрые, хорошие и вырастают. А если бы детей не было, то и люди погибли. И никого на земле не осталось. Ну, потому что ее не сушат. В ней много рыбок, а они не перетерпят сушу. Ну, почти все. Только нельзя говорить им плохие слова.